Одновременно с этим в ведомстве организован сбор жалоб, обращений и пожеланий от родителей детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях на территории России, в том числе и на побережье Черного моря. А между тем, надзорные органы Кандалакши свои проверки завершили. В течение 2 летних месяцев сотрудники прокуратуры практически ежедневно посещали места организованного отдыха. Обследованы были все лагеря, функционирующие на территории Кандалакшского района – пришкольные, палаточные и стационарные. Особое внимание уделялось тому, как в оздоровительных учреждениях соблюдаются правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Вывод проверяющих – отдых маленьких северян организован неплохо, хотя не обошлось и без нарушений. Были найдены лекарства, которые были с истекшим сроком годности. Ну, незначительный, конечно, там истек срок годности, но все равно… Факт остается фактом, да? А потом было выявлено то, что не было вот, к оборудованию кухни, да, требования маркировка, потому что действительно нужно сырое мясо резать одним ножом, а хлеб другим. И ножи, хотя, может быть, и как поясняют нам сопровождающие лица, что они знают, каким ножом что режется, но это все-таки должно быть промаркировано, потому что касается требований пожарной безопасности, необходимо обеспечить эвакуационные выходы. Вот было такое замечание. Вот. А дети размещались в одном из лагерей в мансардном помещении деревянного здания. В мансардном нельзя деткам находиться. По результатам проверок сотрудниками надзорных органов в адрес руководства лагерей были вынесены предписания об устранении нарушений. Нескольким руководителям и сотрудникам учреждений грозит административная ответственность в виде штрафа. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.